Всем привет! Вот февраль, решил проверить пасеку свою в улике, не так их много у меня. Прослушивал улики и не понравилось. В этом улике у меня вообще никакого звука нету, а в другом что-то шумит. Проверил, не понравилось мне то, что я увидел, решил вам показать. Семейка погибла у меня. Была небольшая, меда еще полно. Вон, позалазили, позамерзали в сотах, обкакались. Слабая семейка просто была. На четырех рамках в зиму пустил ее. Вот, ну зима суровая у нас получилась. Морозы. Поэтому не выдержали. Пришлось им для поддержания теплоты есть очень много меда. Поэтому кишечники не выдержали. И вся семья погибла. А эта семейка у меня еще живая. Ну, гудит очень плохо. Вот она. Пчелы поедены. А вот и мышь. Вот и мышь. Одна, она дохлая. Даже не мышь, а землеройка, сволочь. Еще остались на двух рамочках пчелки. Может доживут. Может доживут. Поели пчел, сволочи. Посмотрим, заглянем. Загляну еще через несколько дней, посмотрю, сдохло или нет. Еще две рамочки осталось, может доживут уже. Зима, конечно, серьезная в этом году, прямо отыгрывается. Давайте еще один проверим, посмотрим. Не, здесь все нормально. Извините, не тревожу. Ну, вроде в остальных уликах все нормально. Слава богу. Дай бог дозимуют все-таки. Вот такие приключения бывают в зиму. Надо следить.